75 лет, наверное, Матида есть, наверное, буду. Мы сегодня что будем делать? Снимать челлендж. Мы сегодня проведем челлендж. У нас в гостях сегодня Настя. Да, вот она, Настя. Вот у нас есть два таких вот зайца. Они заводятся сбоку. И, в общем-то, челлендж будет состоять наш в том, Матильда, розовый зайчик. Челлендж будет на что состоять? Чей заяц быстрее допрыгает, доскачет к морковке. Но морковку нам еще нужно слепить. И нам нужен пластилин для этого. Поэтому я девчонкам нашим даю, Матильде был уже вот такой вот пластилин. Морковка у нас какого цвета? Оранжевого, да? У меня есть вот оранжевый кусочек. Я вам его разделю пополам. Вот так вот, раз. Так, один кусочек вот так, да, чтобы одинаково было. Один кусочек Насте, другой дадим Матильде. Вот, два оранжевых кусочка для нашей морковки. Мы ее будем лепить. Так, держи, Настя, тебе кусочек. Держи, Матильда, тебе кусочек. Так, лепите морковочку. Как она выглядит? Помните, как выглядит морковка? Такая длинная колбаска, да? Длинная колбаска. А я пока слеплю вот такие вот морковки, листочки. Один Настя зелененький, да? У морковки же сзади листочки зелененькие, да, могут быть? Вот такие два листочка я слепила. Один Настя, один Матильда. А давайте я вам покажу, как морковку просто сделать. Давай, Матильда, смотри. Делаем вот такую колбаску. Раз. Раз. Да, здесь еще не пана, мамя лучка. Вот, смотри, Настя. Вот, колбаску делаем, да? Вот. Похоже на морковку? Похоже на морковку? Похоже. Сейчас мы к нашей морковке приделаем вот такой вот листик. Во. О, посмотрите, какая морковка. Так, красота. Еще, наверное, нужно немножко покатать. Вот листик, крепилистик к попке морковки. Вот так, умничка. Молодец. Вот такая Матильдина морковка. Я ей немножко помогла. Прикрепила листик. Давай покажем Настину морковку. Давай. Так. Вот такая красавица Настина морковка. И что мы сейчас будем делать? Мы кладем морковки, ваши девчонки, убираем пластилин. Давайте кладем морковки вот так. Это будет Настина морковка и Матильдина на одинаковом расстоянии. На одинаковом расстоянии положили морковки. И наши зайчики, что они делают? Их нужно завести правильно. Заводите, девчонки, вот так вот зайчика. Вот, умницы. Но это нужно делать одинаково. Зайцев мы отпускаем одновременно. Договорились? Так, вы заводите. И чей зайчик к морковке доскачет быстрее, тот и победил, тот и выиграл. Я! Ну, посмотрим. Да? Договорились. Так, держи, Настя, своего зайца. Матильда, своего. Так, заводите. Нет, хорошо, заводите. Полностью, Настя. Хорошо заводи, чтобы морковки допрыгал зайчик. Так, завели, ставим, не отпускаем, не отпускаем. Держите, держите, не надо отпускать пока, одновременно будете отпускать. Все, отпускайте. Прыгают наши зайцы, посмотрите, прыгают. Ой, Настин, 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 Настин заяц куда-то. Ой, Матильдин доскакал, а Настя своего уже довела. Ну, у нас был честный челлендж. Правильно? Настин зайчик чуть-чуть захотел в сторону, влево. Вот, Матильда, я тебя поздравляю с победой. Зайчик, вкусно морковку кушать, зайчику? Настя, а твоему зайчику нравится твоя морковка? Нравится! Ура! У нас победитель, Матильда наша. И вкусные, зато зайцам вашим достались очень вкусные морковки. Девочки кормят наших зайчиков морковками. Очень вкусно зайчикам, да? Что, еще сделаем забег? Хотите? Да. Давайте еще забег сделаем.
Так, девчонки наши заводят своих скакунов, своих прыгунов, зайчиков. Матильда заводит своего зайчика, и Настя своего зайчика заводит. Держите за ушки. Подожди, держите. Так, морковочки наши. О, так. Ну, отпускайте. Поскакали зайцы. Настин заяц доскакал. А Матильдин что-то не захотел. Это у Матильды заяц что-то уже не очень хорошо прыгает. Поэтому мы наше соревнование останавливаем. В общем-то, оно уже прошло, да? Ну как, вашим зайцам морковка вкусная? Да. Да? Нравится? Они волки, они зайцы, но им морковку съесть такую. Да, зайчикам нужно морковку, конечно, кушать. Ням-ням-ням-ням. Матильда кормит теперь своего зайца чемпиона. Где он испачкался? Ну конечно. Ротик, ну морковка же красная. Конечно, он мог испачкаться. Это нормально. Настя кормит своего зайца. Покажи нам нашего зайца желтого. Вот такой вот зайчик желтый, да. Так, ну зайцы сегодня будут наши сыты. Все. Всех поздравляю с удачным челленджем. Пока. Пока. Всем пока-пока. Так, после челленджа у нас в дело пошел пластилин. А мы тут уже с Матильдой лепили, видите? Мы лепили вот такую собачку, цветочек такой лепили, кошечка у нас такая была. Ой, так, с такими глазами. Морковка теперь у нас, зайчик розовый. Мама, помога. Вот я засипить. Это страшная улитка. Страшная? Да, улитка страшная. Ням-ням-ням. Улитка тоже любит морковку кушать? Да? Она твоя любит морковку. Вот такой вот пластилин. И собачка любит морковку. И собачка любит морковку. Ням-ням-ням. Не надо собачка кушать вот это. Это кролики. Это зайчики любят, да? Кролики, зайчики. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. 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 Ой, как вкусно, ой, как вкусно. А у Насти собака морковку ест почему-то. Ну, разве что вареную они любят, морковочку, да? Собаки не любят, это кролики любят. Кролики любят? Да, это не собаки, не любят. Вот такие кролики любят. А я кролик такой. Девчонки, это ваши редкие моменты, да? Тихонько, аккуратно. Бумс, бумс, только не падать, не падать, не падать. Девочки. Девочки, подружки. Не заставляй давать. Вот такая любовь. Все. Девчонки, подружки. Вы подружки, Матильда? Да.